Алёша. Фамилия его Алёша. Мишин сын, Костин брат. Фамилия Иванов. Прыгаем второй раз. Также фейсом вперед. Во второй раз поспокойнее как-то. Все-таки. Знаешь, на что идешь? То, что времени, наверное, немного прошло. Глянь на меня еще раз. Когда прыгал? А вот 20. Ну, последнего устраивали, 24-го. Потом пережил свое 30-летие и вот снова. Как все прошло? Прекрасно. Огонь. Пьяно, конечно, ну как без этого. Разворачивайся. Палку держи в левую руку. Ну что же за херня? А секундочку. Да, готов. 3, 2, 1, прыжок. Как видок? Так, но только чуть не сальтуха совсем. Что-то сальтуха это. Меня смутило. Смутило? Ты что? Как ты... Я пока лез, думал. Прыгай. Прыгай, хопа. Пока лез, думал, там думать. Вот на экзите вообще не надо. Слушай, это... Я тебе показывал. Ну и там сомневался. Ну, значит, третий раз, наверное, будет. Не, мне, знаешь, я еще и дома размышлял, что мне вот тема видеть. Встань. Что это? Ой, сядь, то есть. Происходит. Вставай. Сейчас встань. Смотреть, что происходит. Угу. Ну а так-то красавчик, хорошо, вперед вытолкнулся. Толчок в ногах есть, осталось взять группировку и крутку. Ну и опять же, блин, это... Ну, хотелось, чтобы не перевернуло, а что-то опять перевернуло. Видишь, высота маленькая, ага. Поэтому всю траекторию прыжка мы задаем на экзите.